Мои хорошие, я рада вас приветствовать. У нас, получается, будет 4 части. Это третья часть. Опять телефон внезапно просто погас, отключился. Я с вами не попрощалась и по старой доброй традиции не пожелала море счастья, море красоты. Так вот, я закончу сейчас показывать, вернее, я вам уже показала, да, за 59 евро данные сережки. Посмотрите, это по второй части. Здесь замочек Омега. И я вам показала браслет за 98. На этом мы с вами показ серебряных украшений, другая у меня в ушках, закончим, да, так сказать, завершим на сегодня. И я в этой части покажу вам золото, да? Я вам покажу золото с бриллиантами. Шикарные варианты, шикарные комплекты. Будет парочку комплектиков, которые я вас создала для вас. Начнем с сережек из белого золота. Танюша, вам привет, моя хорошая, в Норвегию. Танюша хотела эти сережки. Сегодня написала, что передумала. Поэтому я вам предлагаю данные серьги. И это не бриллианты, это из старенького винтажного белое золото. Ажурная, красивая, нежная работа. Их цена 355 евро. 355 евро они стоят, я надела, да, золото всегда, вы уже видите, золото всегда показывать не миниатюрные особенно варианты, это такое дело, да, не всегда все детали и тонкости видны, но вы сможете все рассмотреть в последующем видео. Для вновь включившихся, у нас с вами сериал каждую пятницу, 210-я его часть, две части 210-го видео вы сможете посмотреть видео до этого. Девочки, как вы заходите? Ну, кто давно в YouTube, понимает, что вы заходите на YouTube-канал Эсмеральда Серебро, кликаете видео, и вам в порядке очереди сверху будут более обновленные, пойдет те, которые более старые, да, уже видео пойдет уже ниже. И вы все подряд просто сможете смотреть. Поэтому для тех, кто не знал, вот я вам сказала. Ну, бывает такое. Вот люди далеки, да, от интернета, от Ютуба. Такие еще есть. Такие еще есть. Вот так вот смотрятся мои хорошие серьги. И я вам хочу предложить. Ох, 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 красивое здесь кольцо. Это уже бриллианты. Белое золото и сапфир. Сапфир темный. Здесь по типу печатки. Это было тоже в отложке у нас. Что я хотела? А, окей. Вот такая красота. Цена 1550. На 17 размер. Вы это не видели, девочки. Но это не новенькое. Это старенькое. И к этому кольцу я хочу вам предложить браслет с сапфирами и с бриллиантами. Его цена 2475. 2475. Замочек, коробочка. Сапфиры, бриллианты. Все это Италия. Все это сложилось в комплект. От того, что, прошу прощения, резная красивая шинка, то вы видите, как здесь с сережками сочетается, несмотря на то, что это не бриллианты. Давайте с вами рассматривать браслетик. Вот так он выглядит с обратной стороны. Прелесть прелестная. Я уверена, что не останется вас, девочек, безразличных, да, к таким украшениям. Еще раз, секундочку, я подставлю все это. Вы поймете, почему это комплект. Вы видите, да, игра граней и работа на колечке. Как все это выглядит. Как все это выглядит. Красиво. Безусловно, очень красиво смотрится. И что я еще хочу вам показать, будет еще один комплектик. Очень блескучий, красивый, с бриллиантами. Безусловно, бриллианты. Сережки будут. Малинка, гвоздики, классика жанра. Бриллиантики, белое золото. Абсолютно ко всем украшениям. Сейчас вы посмотрите, как будет в ушках все это сверкать, сиять. Испанки очень любят вот такие вариации. Все, что касаемо с жемчугами. И вот такое вот надел в ушки. И, соответственно... Так, ну не буду я вторую, да, одной достаточно. Ну, видно издали здесь. Красиво блестят камни. И колечко к данным... К сережкам 855 евро. 855. Бриллианты золото. Белое золото 18 карат.
И вот такой комплектик. Девочки, рекомендую брать комплектом. Очень вам рекомендую. Смотрите. Давайте вблизи сейчас. Смотрите, вот так сделаем. Не так, а вот так, ближе к кольцу, чтобы вы увидели. Видите, да? Получается комплектик, потому что внутри тоже есть такие снежиночки, которые напоминают по форме сережки. Красивый блеск. И что можно? Можно взять веер. Ну, допустим, давайте я покажу. Давайте я достану вот этот веер. Не знаю, почему я его достала, потому что, наверное, подходит мне по цветовой гамме, все более гармонично смотрится. Давайте на фоне веера. Веер стоит, друзья, веер лиловый, да, с такой черной основой, 73 евро, натуральное дерево, с любовью для вас, росписи, работа испанскими мастерами, вот такой красоты. Ну и, соответственно, вы видите и в ушках, вот они, сережечки, девочки. Ну что же, я думаю, что больше чем достаточно. Время, конечно, еще пока 6 минут, может дотянуть до 10, с вами поболтать. Но это, в принципе, у меня еще есть кое-что золотое. Девочки, подождите секундочку. Я почему-то просмотрела, Ну, даже не снимая вот этого, я покажу вам вот этот вариант. Нет, вот этот вариант. 510 евро. Красивая цепочка, лимонное золото. Видите, да? 510. Это Италия, девочки. Очень красивое здесь плетение. Давайте я сниму мое кольцо, потому что надо было это сделать раньше, оно отвлекает. Давайте надену. 510 евро, золото 18 карат. Золото 18 карат. Италия. Вот так выглядит. Это не гладкая работа, но она и никак не беспокоит кожу, тело, да, то есть это никаким образом не неприятный такой эффект на коже. Ну, просто ничего не чувствуешь. Чувствуешь, что что-то, конечно, есть, потому что вес она имеет, не тяжелая, но вес имеет. Вот, но вот такая работа. Люда, вам привет, моя хорошая, потому что Люда думала над этой цепочкой, потом передумала. Забрала кое-что другое. Такое тоже бывает. Такая прелесть. Прелесть прелестная. И давайте я вам покажу. О, да. Это, знаете, орел еще от нас не улетел. Кулон Versace тоже еще есть. 497 евро стоит кулон. 823. Подождите. Да. 497 кулон. Белое лимонное золото. Золото 18 карат. Медуза Горгона. И белое и лимонное золото в цепочке 823. Вот такая вот плотненькая цепочка. Два вида золота. И вот такое плетение производства Италия, девочки. Кулон я вам показывала. И есть одна еще плотней. Еще плотней. И орел не улетел. Сейчас я вам покажу этот кулон. Так, цепочка 1179 евро. Кулон орел 777. Также белое лимонное золото. Похожа работа на эту более тонкую с медузой горгоной, но это уже цепочка потолще, да? Давайте я вам покажу ее. Вот так она выглядит. Уже толще. И мощнее, и веса, естественно, больше. Кулон вообще вот такой вот чугунный мост, вот такой вот орел. У кого есть орел рядом, девочки, то пожалуйста. Это говорит, как это в фильме говорит, ах, говорит Василий Петрович, хороший ты мужик, или как он там, но не орел. Вот у кого есть орел, Мурдюкова-то, да? Не Мурдюкова, или Мурдюкова в главной роли была. Сейчас я наговорю вам, то у меня бывает, что-то с памятью моей стало. Поэтому у кого есть рядом орел, то пожалуйста, девочки, покупайте вот такой орел. Мне еще вспомнился прыжок этого мальчика-боксера, как его современный тоже герой нашего времени, так сказать, который не проиграл ни одного боя с Дагестана. Ну, все поняли. Все поняли. Который с клетки прыгнул на
на публику, ну, не на публику, там, а на разжигающие страсти выкрики. Вот его тоже Орлом назвали. Да как же его зовут? Ну, напишите. Все, я уже не помню. Так что так, мои дорогие, поэтому я вам предлагаю на такой шикарной ноте, я вам предлагаю как цепочки, так и золото, бриллианты и сапфиры, пожалуйста, пожалуйста, всю вот эту красоту, и в ушках вы тоже у меня видите, золото 18 карат, все это итальянские украшения. И, соответственно, я думаю, я буду закругляться на этой красивой ноте. Жду вас в комментариях, как всегда. Всем огромное спасибо за теплые слова, за покупки. Всем желаю море счастья, море красоты. Мы с вами увидимся в следующую пятницу. И, пожалуйста, друзья, не забудьте, что за данным видео пойдет видео со съемкой всех украшений вблизи. И у нас с вами получается аж 4 части. Первая, вторая, это третья часть. И потом еще съемочка вблизи. Всех обнимаю, целую, желаю всего самого доброго и хорошего. С вами была ваша Катя. И мы с вами увидимся, как всегда, по расписанию, неизменно, в следующую пятницу. А я жду вас в WhatsApp, Viber. Покупаем, девочки, украшения и с умом вкладываем ваши денежки. Это самое лучшее вложение сейчас. Золото и серебро.